Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, мы продолжаем проходить Сому. В общем-то, прямо сейчас мы направляемся на станцию Фи, туда вот едет Ковчег, и нам нужно отправить его в открытый космос. Походу, игра подходит уже к концу, я не знаю, сколько осталось, может быть, одна, вот эта серия может стать последней, либо следующая. Но я, наверное, в любом случае буду записывать сегодня две, если, как бы, ну, вторая часть будет короткая, то я сразу сделаю все в одной, ну, там посмотрим по ходу пьесы. А пока отправляемся, ребята. Здесь, наверное, надо присесть. Опа-на. Что-то как-то слишком быстро, слишком быстро. Вот это мне уже не нравится, подожди. Сейчас, походу, где-то туннель рухнет, ребята. Так, догоняем, догоняем, догоняем. Черт. Да, похоже, дело, ребят, туннель рухнет. А вот как здесь? Никак. Подожди-ка, может быть, есть какие-то повороты, куда можно свернуть? Ну, вроде как я не вижу. Никак, по-моему. Подожди-ка, я не понимаю. Может быть, здесь как-то? Он не хочет, ребята. Подожди-ка, давай, значит, осмотримся. Может быть, есть какой-то... Ой, блядь! Да что такое-то, а? Надо, наверное, куда-то сюда, да. Достали уже с этими скримерами, ребята, если честно. Ну, что-то не так. Что-то точно не так, ребята. Это что такое? Погоди. Кабель. New. Я надеюсь, я двигаюсь в правильном направлении, ребята. Давайте немного ускоримся. Что пошло наперекосяк? Ты можешь нормально сказать? Вот мы на месте, судя по всему. Да, вероятно. Здесь не открывается. А, можно так поднять, хорошо. Нам либо сюда, либо сюда. Но, скорее всего, не сюда. Здесь ничего нет. Если так понимаю, еще один был костюм. Спускаемся ниже. Я надеюсь, никаких тварей здесь не будет. А то это будет очень прискорбно. Уровень 7. Just tell me what you want. I need you to stop the WoW. What? How? The enslaved protein sloshing around your suit is the noose from which the WoW will hang itself. What are you talking about? As soon as I came to. They needed to take it to Alpha, the fountainhead of the misery we created. And then the girl, she figured it out. She was going to take care of it, but the WoW shrieked. They all died. You took the gel from the cabinet and made yourself into a venomous snake. You're saying this toxin inside of me can kill the WoW altogether? You are the snake.
Ага. Понятно теперь. А где Нио? Это оно и есть? Это и есть сердце? What the hell is that? Heart. It controls all the structure gel on Pythos 2. All you need to do is poison the imprint, and the heart will unwillingly spread it across Pythos 2, killing it. Feed it, Simon. Push your arm into the heart. Мне интересно, у меня есть какой-то выбор? Я могу отказаться? Да, я, походу, я могу выйти. Ладно, давайте. То есть мне теперь нужно умереть, чтобы все сработало? Вот, блин. Ладно, уходим отсюда быстрее. Давай же, ну! Блин. Что происходит? Что-то за мной ползет, что ли? Быстрее, ковчегу. Да, походу, где эта тварь за мной. Вот черт, тихо, давай-ка подлечимся. Мы спрятались пока что. Подвигли дальше. Блин. Да, походу, делали, ребята, тварь за мной. Ну уже, Саймон. Блин, и куда теперь идти? Я заблудился. Ей нельзя попадаться на глаза, я правильно понимаю? Подожди, красный. Не идти по красным огням, ни в коем случае. Нужно идти по тем. Ни хрена себе. Погоди, я шел туда. Если еще раз она меня схватит, мне хана. Давай, немного еще осталось. Давай, 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 давай. За мной прям летит, ребят, мне хана. Нет, все вроде как пролетело мимо. Давай, вон она, дверь, еще немного. Давай же, Саймон, ну же. Быстрее открывайся, блин. Надеюсь, сюда она зайти не сможет. Нормально, нам только нужно подлечиться.
Я надеюсь, здесь никого не будет. Хотя кого я обманываю? This has to be five, right? Hope the Ark made it here in one piece. Где аптечка? Здесь должна быть, по идее, правильно понимаю? Нифига здесь нет, ребята. Эта дверь закрыта. Вот сюда можно вставить. Chris, what the hell happened to your arm? It's complicated. I just need to know one thing. I'll have both my arms in the Ark, right? Yes, of course. Are you okay, though? Can you do stuff? Yeah. Let's just get this over with. Did you find the Ark? I did, but I kind of lost it on my way here on an automated tram thing headed to Phi. So it should be around somewhere. That's great. Let's go get it. Блин, ну конечно жесть, мне нужно подлечиться, потому что картинка размытая, капец. Ну так ты нашла ковчег? Ладно, давайте искать аптечку. Did you find out what happened to the Ark team? Not really. For some reason they didn't go through with the launch, so they took the Ark back to town. I hope everything's okay with the space gun. Yeah, I doubt I'll be able to care about those. Что у нас здесь? Карта площадки. Ага, складское помещение, ясно. A satellite is loaded into a shell. The shell is accelerated by electromagnets along the power cord. Enough momentum to escape Earth's gravity is gained before ingression. Reaching space, the satellite will shed the shell and unfold. Onboard thrusters settle the satellite into an orbit. Угу. Тоннельный транспорт. Ясно, деятельность. Журнал запуска. Тут ничего. Спустя 10 лет безупречной работы космическая пушка Омега прекращает работу. Нашим планам смог помешать только апокалипсис. Ага. This feels like the longest day of my life. Has it just been one day? I have no idea. Our time together is a confusing patchwork of moments to me. What time is it then? What day? It's May 11th, 2104. 3:30 a.m. But I don't remember when we started. Да уж. С рукой надо что-то делать. Нужно искать биомеханика из МГС. You know, I woke up in my bed today. It just happens to have happened 100 years ago. Sounds like a riddle. It does. I woke up in my bed today, 100 years ago. Who am I? Who am I? Угу. Вот значит... Подожди, это ракета. Это двигатель. Здесь ничего не работает. Подожди-ка, что у нас с этой стороны? Давай-ка глянем. It's crazy to think where I am. Not only is this the future, it's in the middle of the sea. I know nothing of this time or what the world looks like. Not much to brag about now. Before the comet, I guess it was okay. Yeah. Better not oversell it. Might change my mind about the Ark. You're seriously not gonna tell me what happened to your arm? I had to make a quick stop at Site Alpha to help kill the WoW. What? How? Why? Stop it from torturing the memory of humanity. Okay, let's just get back to work. Are you suggesting we keep it down here? Doesn't that defeat the whole purpose? Eternity among the stars, remember? The people inside the Ark won't know the difference. We can just keep it down here, and we don't have to risk the Ark being shot through 5,000 meters of broken barrel, and then push through another 100,000 meters of a dust-filled atmosphere. Will the casing stand all that pressure? Well, the odds aren't great. Catherine, say something.
I don't care what you think. I'm launching it. No need to be like that. Let's just hang on to it for a while and think about it. We can launch it later. No, that wasn't the deal. We made it to save them. To launch it. Out there, it's hope. Down here, it's a fucking terrarium waiting to die with the rest of us. Come on, Catherine. It's not asking much. Let's just think about it before we risk the only hope humanity has to survive this hell. No, we launch it today. This is my project, my Ark. It's bigger than that. Don't you get it? It's not for you to decide. We're talking about the fate of mankind. Get away from the Ark. I'm taking it. No, you're not. I'm not gonna let you ruin this. Stop it. Guys, calm down. Get away from me. No. It was an accident. Catherine, talk to me. Catherine. Офигеть. Oh, God. Catherine. Did you say something? It's you. You had an accident. What are you... Oh. You mean Catherine. Don't worry, it's better this way. Да уж. Что здесь есть? Но сюда пока тут дело еще рановато. Нам нужно сначала найти ковчег, притащить его сюда, а только потом запускать. Где же... Вон аптечка, вижу, наконец-таки. Так-то лучше. How did she die? You got into a fight with your colleagues. They didn't want to risk launching the Ark. Thought it might not make it through the atmosphere. They killed me? I'm sure it was an accident. They were just trying to stop you from launching. How could they kill me? Catherine. I know I'm not an easy person to like. I just thought they trusted me. Come on, don't do this to yourself. Ну здесь я никак не могу, ребята, пройти. Какие еще варианты у меня имеются? Так, там мы... Отсюда мы пришли. Там я был. Вот, значит, сюда нам, правильно? Did you have friends in Toronto, Simon? Real friends? There were some. Jesse, John, Kevin. I always wanted a friend. Like a real one. Someone you'd never hold back with. I'll be your friend. Oh, pity friendship? Now I feel even worse. Батарейку нужно сюда вставить, по идее. Do you think the Ark will make it through the atmosphere and into space? Almost doesn't matter anymore. We just need to try. If we burn, we burn. If we're lucky, we just gave humanity a new chance, a whole new era. With the Ark on Earth, maybe we have a few decades of power to keep it running. In space, we have thousands of years. Still, one hell of a gamble, though. This was never about certainty. It's about hope. Ну да, надежда умирает последней. Давайте засунем ковчег куда нужно. Подожди-ка. Ну не сюда явно. Погоди, вот сюда. I think I found the assembly space. What do you see? It's like a huge open shell, a bullet ready to be loaded. That's great. All prepared for the Ark. А закрыть-то крышку надо? Подождите. Что дальше? Наверное, эту кнопку нужно нажать. Не, погоди, мне нужно забрать, наверное, батарейку и вставить ее сюда. Правильно я понимаю? Давайте так и сделаем. Вон. Надеюсь, что все получится, ребята. Потому что если нет, то все это было напрасно.
Is that it? I'm really not that familiar with guns of any size. Oh, here we go. All systems say go. Lock and load. Come back up and we'll head out to the gun. Хорошо. Нужно подниматься мне наверх. Не, погоди. Погоди. Не сюда. Чё-то я слегонца заблудился. Now we just need to get the shell into the gun and then kaboom. Aren't you forgetting something? How are you going to get us on board the Ark? Don't we need to make another scan? Oh, don't you worry. You don't operate something like the Omega space gun with your bare hands. You mean it's a pilot seat? Like back at Omicron? Yes, and we can use it to transfer you to the Ark while operating the gun. Two birds and all that. Now, take the Omnitool and plug it in next to the seat and I'll guide you through the final steps. Хорошо, давайте так и сделаем. Нам, по идее, сюда, да? У меня такое чувство, что ничего не получится. Но я не верю, что так все просто. Нам по-любому НИУ помешает, ребят. Или та огромная хрень, которая плавает в море. Точнее, в океане. Вот она. Да, не маленькая. Ну там 5 километров дуло, сказали же, да? Вот здесь можно просканировать, да, я правильно понимаю? Oh. I'll never get used to that. Guess you won't have to. Not after this is over. Right. Have a seat. Comfortable? As good as it's gonna get. Okay, I'll activate the seat. You should be able to use the machines to load the bullet you assembled. How do you operate this thing? Don't know, I never tried this one. But pilot seats are notoriously easy to use, so it shouldn't be a problem. Не понял. А, все. Ну да, легко. Просто указать точку. Just hit the button and we're off. But we need to transfer our minds to the Ark. We also need to make sure it launches at all, so I tied them to a single switch. Just push the button and we're off. Хорошо. Ну полетели, ребята. Here we go. No turning back. Thank you, Simon. Don't mention it. It's an amazing thing you did. And I want you to know I appreciate it. Мне кажется, мы не успеем. Слишком долго. Вот, блин. Да не успеем мы ни хрена. Опа-на, я чё? Ну уже, блин. Есть, успела. А, ну как бы мы тут остались.
still here. I'm still here. Catherine? Catherine? I'm here. What the hell happened? What went wrong? Nothing. They're out there, among the stars. We're here. No. We were getting on the Ark. I saw it. It finished loading just before it launched. Yeah, I saw. Then why are we still here? Simon, I can't keep telling you how it works. You won't listen. You know why we're here. You were copied onto the Ark. You just didn't carry over. You lost the coin toss. We both did. Just like Simon at Omicron. Just like the man who died in Toronto 100 years ago. No, this is bullshit. We came all this way. We launched the Ark. I know it sucks, but our copies are up there. Catherine and Simon are both safe on the Ark. Be happy for them. Are you crazy? We're gonna die down here with those fuckers living at large on a spaceship. They're not us. They're not us. I'm sorry you feel that way, Simon. I'm proud of what we did. We made sure that something of the hundreds of thousands of years of human history survived, that something lives on. Fuck this. Fuck this! Fuck you! Fuck you, Catherine! You lied! And I believed in you! I trusted you! You said we're getting on the fucking Ark! We are on the Ark, you idiot! I didn't lie! I can't be responsible for your goddamn ignorance! Fuck! Ну, блин, а... Catherine? Please don't leave me alone. Catherine? Catherine? Это все? Охренеть. Я не такого конца ожидал, если честно. То есть... Это плохая концовка, да? А от чего это зависит? То есть... Ну там, понятно, тебе нужно было принимать решение. Ребят, ну я, короче, не ожидал, что так быстро все кончится. Я не знаю, может после титров что-то еще будет? Ну, я, конечно, в шоке. Ну, в общем, что могу сказать, игра шикарная. Конечно, поначалу так себе, то есть я прям сыграл такой без особого энтузиазма. Что-то мне там все писали, что это безумно круто и интересно. Я думаю, что такая-то фигня. Вот. Но потом игра начала раскручиваться, и ближе к концу, конечно, все так раскрутилось, что вообще голова кругом до сих пор идет, а концовка, блин, взорвала мой мозг. Ну, понятное дело, что ковчег отправили, копии остались на ковчеге, они в космосе сейчас, а мы остались, как бы, ну, умирать на станции. Не знаю. Странно. А как же Нио? Мы же его не убили. Короче, ребята, я не знаю, в общем, пока что не выключайтесь, давайте послушаем музыку прекрасную, которая играет в титрах, и, может быть, после титров что-нибудь будет, потому что, ну, я пока что не понимаю, что происходит. Ну же, скажите, что это еще не все, пожалуйста. Что есть, будет продолжение, что мы окажемся в ковчеге, но я не могу поверить, что так все закончилось. Да, ребят, продолжение. Опа-на. А вот мы и в ковчеге. Whoa. Is this... Did it work?
какой-то мы пещере. Но мне кажется, все не так радужно будет. Я не верю в то, что... Не знаю. Охренеть. Красота. Но все это не настоящее. Да и плевать. Там что-то, видите, какой-то купол сзади, смотрите. Там было вдалеке. Может, не показалось? Сейчас выйдем. Торопиться не будем. Ну, красота, конечно. Что у нас тут? Здравствуйте. Если вы читаете это сообщение, вы приняты в проект Ковчег. Цель данного опроса – помочь разработчикам лучше понять ваше субъективное восприятие и получить возможность сделать ваше участие в проекте лучше. Просим вас пройти непосредственно к опросу. Как бы вы описали свое физическое состояние? Чувствую себя нормально. Ну, я же отвечал, по-моему, на этот тест. Как бы описали свое психическое состояние? Нормально. А свои ощущения? Ну, вроде норм. Как бы описали свое отношение к новому состоянию? Конечно, она мне нравится после того ада. Беспокоит ли вас тот факт, что вы больше не являетесь человеком в строгом смысле слова? Ну, я даже не знаю. Немного, наверное. Как вы воспринимаете свое новое существование? Как новую главу своей жизни? Как вы думаете, будет ли эта новая жизнь полноценной и достойной того, чтобы ее прожить? Наверное, да. Верно ли, что вы бы скорее предпочли выйти из проекта и принять смерть? Нет. Ваш ответ сохранен. Благодарим вас за участие. Ага, отлично. Видимо, это как-то повлияет на концовку, потому что я отвечал в прошлый раз вообще по-другому. После всего того ада, это действительно рай. Вон, смотрите, это город. Пойдем быстрее. Ну-ка. Вау. Кэтрин? Охренеть. Кэтрин! I can't believe we actually made it. Well, we did. I'm so relieved. It's okay, Simon. Everything's all right now. Клево, ребят. Игра потрясающая. Конечно, я не знаю, ну, второй раз я вряд ли бы сел ее проходить, но я получил массу впечатлений, все они положительные. Ну, может, не все, но большинство из них положительные. Шикарная игра. Причем, насколько я помню, когда показывали старые трейлеры, все было по-другому, там вообще такого не было, то, что вот сейчас мы увидели. Может быть, она и к лучшему, что они все переделали. Ну, в общем, Frictional Games молодцы, видно, что растут ребята над собой, но на технической стороной проекта все-таки стоит поработать. Это у них проблема. Молодцы, ребята растут, это видно, это меня очень радует.
прекрасно. Прекрасная игра.